Витископ. План мы еще не, ну, как бы не строили, знаешь, точно как бы Австралию я играю, я туда полечу там за 7-8 дней перед началом, потому что надо приспособиться и к жаре, и к другому как бы континенту, поэтому поедем пораньше, чтобы подготовиться хорошо и еще тренироваться, я не знаю, где я буду, но где-то, наверное, в теплой стране, потому что надо готовиться к австралийской серии очень задолго, потому что жара, и все-таки хочется больше уделить внимание физподготовке, так как важно, что большой шлем будет именно проходить в очень таких специфических погодных условиях, и будем именно подготавливаться хорошо в фитнес. Да, я буду начинать, наверное, с Брисбена, это миллионник, а дальше Сидней и Австралия. Витископ. Спортивное видео.